Финальная игра на Кубок городского округа Щелково по футболу проходила в универсальном спорткомплексе Подмосковья на поле с искусственным покрытием. Встречались многолетние соперники – команды «Соша-1» из Фрянова и «Центр подготовки космонавтов» из «Звездного городка». В Кубке помимо щелковцев играли и постоянные участники этих соревнований – команды из соседних округов из Фрязино и Лосино-Петровского. Это не длительный турнир, примерно месяц он шел, полтора. Завершает, по сути, сезон. Особенно здесь одна, это игры на вылет. И, собственно, здесь именно кубковый настрой нужен. На каждой игре нужно играть исключительно на победу. В первой 40-минутке этого матча повели в счете фряновцы. Во втором периоде они увеличили разрыв. И уже их болельщики, которые пришли на стадион, даже несмотря на почти проливной дождь, считали, что победа у них в кармане. Но тут футболисты из Центра подготовки космонавтов с интервалом в считанные минуты забивают подряд 2 гола. Счет становится равным, интрига разрастается, команды выходят на послематчевые пенальти, и здесь удача улыбается фряновской команде. Их 4-й гол становится победным. Эмоции море. Капитан команды «Соша-1» Алексей Нанечкина оценил эту финальную игру с ЦПК как очень непростую. Это основной соперник у вас? Да, в принципе. Это основной соперник, мы все время с ним конкурируем, вот, уже из года в год, как образовался «Соша». Первый, спасибо Максиму Колокольнику, какой нас поддерживает, наш спонсор, вот, наш отец. Вот, да, мы с ними уже владеем, то они кубок выиграют, то чемпионат, то мы наоборот. И теперь мы все-таки сделали дубль, вот, чемпионат и кубок. Всего в этом году в Кубке городского округа Щелково по футболу встречались 9 команд. Первое место у команды «Соша-1» из Фрянова, второе у Центра подготовки космонавтов из «Звездного городка». Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.